Девочки, с праздником! Вы самые красивые! С праздником! Доброе утро! С праздником! С праздником! С праздником! Еще раз с праздником! Здравствуйте! С праздником! С праздником! Девочки, ну вы даете! Самое красивое, с праздником. С праздником. С праздником. С праздником. Здравствуйте, два праздника. Праздник, девочки. Спасибо. Yeah.
уже есть. Площадка, подход. Thank you.
повоєнні, близькі знайомі з літ малих, прості, пронизливі і щемні, супутники днів бойових. Так, шла війна, там ми не мовчали, актори, співаки, митці і автори у фронтових бригадах виступали, дух бойовий солдатам підіймали. Були як звістка з дому, з мирної пори. Та музика лунала інша. Хай судить Божий суд найвищий. Бараки, палац і музиканти, янівський табір, плач дітей. Під музику веліли окупанти розстрілювати людей. Над сірим плацом скрипки заридали, в бараках люди сіпеніючи чекали. Два роки, 200 тисяч павших, під танго смерті розстріл йшов, і музикантів порохом пропахлих чекав скорботний приговор. І знову розстріл вгризалось в душі танго. О, танго смерті, танго смерті, нема пощади. Вже ворог кров захлинався, під Львовом йшли бої запеклі. Концтабір янівський звертався. Музики грали танго смерті. Залишилося 40 оркестрантів, під гучний сміх і ховір окупантів. Останнє граді музиканти. Плацом скрипки вже не грали. Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі. Такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Та час настав, прийшла година. Незнаменована пора, коли воскресла Україна, мов світ опакує Дніпра, і грізно поплила лавина,
злетіла зграя соколина, собачкам стилась і за сина, за те, що мучила сестра. І обернувшися весною, тією переможною весною, та й ким же ще ти стать могла, прийшла країна з поля бою на хлібне поле до рілля.
присутні! На площі парад перемоги! Очолює колону легендарний танк Т-34, що став одним із символів перемоги над нацизмом! Реставрована техніка військових років, в якій їдуть головні герої свята – ветерани війни. Thank you.
Олександр Юрійович Білков, Андрій Володимирович Гайченко, Костянтин Юрійович Павлов, Дмитро Валерійович Колєсніков. Герой України Михайло Костянтинович Короленко. Заступники Криворізького міського голови, депутати обласної, міської та районної рад, голови районних у місті рад, керівники промислових підприємств, установ міста та правоохоронних органів, духовенства, представники громадських організацій, мешканці міста. Thank you.
ветерани, діди війни, інгульчани. Сьогодні особливе свято. Воно приходить до нас із золотом і сріблом бойових нагород, зі сльозами на очах і завжди залишається символом героїчного минулого, нескореності духу, небаченої мужності. Величне свято доблесті і слави, День перемоги над нацизмом. Мітинг, присвячений 74-й річниці Великої перемоги, оголошується відкритим. Сегодня мы с вами встречаем этот рассвет первого дня 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Со словами глубокой благодарности к нашим ветеранам. Ветеранам, фронтовикам, ветеранам, работникам тыла, партизанам, детям войны, всем тем, кто отстоял нашу Родину, тем, которые восстановили наши города, села, заводы, фабрики, тем, которые дали жизнь всем нам и нашему городу. Во время войны в нашем городе больше, чем в два раза уменьшилось население. До войны в городе было 220 тысяч жителей, после войны 92 тысячи осталось жителей. Но после войны развитие города, и вы видите, какой у нас сегодня прекрасный город. Это благодаря победе, благодаря нашим ветеранам. И сегодня с рассветом здесь в Венгулецком районе на Югоке цветы и слова благодарности пойдут по всему городу. Я уверен, что пойдут по всей нашей Украине, потому что действительно память и слава героям. У нас очень много молодежи, и я благодарю наше старшее поколение, наших героев, которые
воспитали и нас, мы воспитываем молодежь в духе патриотизма, в духе героизма и большого уважения к подвигу солдата, подвигу наших ветеранов, как боевых действий, так и ветеранов труда. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч воинов освобождали наш родной и любимый город. К сожалению, осталось в живых только трое. 136 участников боевых действий живые в нашем городе. И мы помним и знаем каждого. Обращаюсь к молодежи. Помните наших ветеранов. Все делайте для того, чтобы вы и ваши дети не забыли великий подвиг. И в нашем городе все памятники сегодня будут с цветами. На всех памятниках будут цветы, слова благодарности. И это маленькая доля того уважения, той благодарности, которую вы заслуживаете, наши дорогие ветераны. 74 года. С одной стороны, это много, с другой стороны, мало. Но каждый день, у меня зум отвалился. Каждый год вашей жизни дорогого стоит. Поэтому мы все делаем, чтобы у нас были программы, которые вас поддерживают. Даже когда на государственном уровне отменили все льготы, все, город своими решениями поддержал вас и только расширил помощь по всем направлениям наших ветеранов. Так должно быть, потому что то, что вы сделали, это невозможно оценить. Надо только помнить своей совестью и делать для вас все возможное. 74 года. С праздником вас, дорогие земляки, дорогие ветераны. Действительно радостный праздник. Хотя, как в песне поется, со слезами на глазах. С праздником. И я думаю, что сегодня и все ветераны получат и подарки, все ветераны получат от всех нас, от всех слова благодарности, и мы все вместе еще раз вспомним ратный подвиг наших отцов и дедов. С праздником вас! Где зум включается? Включи мне зум. Слово надається народному депутату України Костянтину Юрійовичу Павлову. Дорогие ветераны, уважаемые ингульчане, дорогие земляки, от всей души искренне, от всего сердца, от своих коллег поздравляю вас с одним из самых святых праздников для всех нас. С Днем Победы в Великой Отечественной войне. В 1989 году, ровно 30 лет назад, я впервые принял участие в праздновании Дня Победы 9 мая в 4 часа утра здесь, на поселке Южного комбината. И по сей день для меня и для моих близких это является исторической традицией начинать празднование Дня Победы с ЮГОКа. И я горд тем, что за эти 30 лет
количество цветов на братской могиле, у подножия которой мы сегодня стоим, не уменьшается. И это говорит о главном, о том, что это святая победа в наших сердцах, в наших поколениях, в нашей правде, которую невозможно исказить или переписать. И низкий поклон сегодня дорогим ветеранам за то, что прошли и выстрадали, за то, что, пройдя все лишения и невзгоды Великой Отечественной, фактически заново отстроили нашу страну и наш родной город. И наша святая обязанность, чтобы наши дети и наши внуки чтили этих людей, этих живых памятников нашей истории. С праздником, с Днем Победы в Великой Отечественной войне! До слова запрошується народний депутат України Олександр Юрійович Вілкул. Дорогі друзі, дорогі наші ветерани, уважаемые криворожане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы в той великой и ужасной войне. Никакая она не Вторая мировая, для нас она Великая Отечественная. И несмотря на все попытки переписать историю, которая не первый раз проводится в нашей стране, я уверен, что этого не получится. И лучшее подтверждение тому, что мы сегодня здесь. И то, что здесь огромное количество молодежи. Это очень важно. Потому что мы потомки победителей. Мы не потомки проигравших. Да, временно так случилось в нашей стране, что потомки проигравших взяли верх над потомками победителей. Но так всегда не будет. Надеюсь, что сейчас, с последними изменениями в нашей стране, это все-таки изменится. Я уверен, что мы все на это надеемся. Большое спасибо нашим дорогим ветеранам. Спасибо, кто воевал. Спасибо, кто трудился в тылу. Дети войны пережили тяжелейшее детство и сегодня требуют особого отношения. И мы, их потомки, всех поколений, от тех, кто постарше, до самых маленьких, всегда будем чтить и детей наших научим, и внуков наших научим. Правду, правду о великой и страшной войне, правду о вашем подвиге. Большое-большое вам спасибо. Вы для нас святые люди. Спасибо. Бої відшуміли, скінчилась війна. Та в
пам'яті житиме довго вона, у пам'яті тих, хто війну ту пройшов, у пам'яті житимуть, хто не прийшов. Вам пам'ять, герої, вам честь та хвала, ніколи в віках не померкне вона. Вогонь війни спалив чимало величних мрій, поем, пісень. Лише надія не вмирала, що прийде перемоги день. День победы, как он был от нас далек, как костры под ушем таял уголек. Складемо квіти до них у поїздку.
вечным сном. Просимо покласти квіти до вічного вогню. Запеклий в бою.